Хочешь бесплатного бензина? Получай, бро! В общем, несколько лет назад я и мой друг, назовем его Борис, всегда помогали друг другу с весенней уборкой на наших участках. Это включало удаление поврежденных деревьев, подготовку садовых участков и уход за заросшими сорняками дворами. В тот год мы решили сначала убраться на моем участке, поэтому я приготовил все инструменты и канистры с бензином еще в пятницу за день до уборки. Следующим утром, примерно в 8 часов, Борис пришел ко мне, прихватив кофе и печенье. Пока мы сидели на кузове его машины и наслаждались завтраком, мимо проехали мои соседи, два парня на своем изрядно потрепанном Chevrolet Cavalier, который дымил как товарный поезд. Я и Борис обменялись стандартными шутками о количестве дыма, извергаемом выхлопной трубой. Когда мы начали раскладывать инструменты, чтобы начать запланированную уборку, я не смог найти канистры с бензином. Ни канистры со смешанным бензином, ни канистры с обычным бензином, ни вообще какой-либо канистры. Лишь тогда мы догадались, почему машина соседей так сильно дымила. Я очень разозлился, и это если выразиться помягче. В общем, нам с Борисом оставалось только ехать и покупать снова канистры, бензин и масло для двухтактных двигателей. Вернувшись, мы несколько раз видели, как соседи проезжали мимо, но в общем и целом мы успели сделать очень много работы. Прошла неделя или две, мы ужинали у бабушки и дедушки моей жены. Мы с дедом жены вышли подышать. Во дворе я заметил бензиновую канистру с очень узнаваемым цветом. Я спросил у старика, как у него оказалась эта канистра, и он сказал, что те соседи оставили ее у него. Я просто объяснил, что это моя канистра, и положил ее в свой пикап. Каждый раз, как мои соседи на своей дерьмовой машине проезжали мимо, я не мог просто спокойно смотреть на это. И тогда я составил план. Я купил еще несколько литров бензина, несколько литров дизельного топлива и разные масла. Сделал смесь из всего этого и заполнил 25-литровую канистру, которую мне пришлось купить. Взял немного чистого бензина, залил его в газонокосилку тем вечером и начал косить газон, сделав это так, чтобы соседи видели меня. Затем я забрал все инструменты, но забыл канистру с испорченным бензином. Утром я встал и пошел на работу, даже не взглянув на канистру. А когда я пришел домой, я проверил и увидел, что ее нет. Жена сообщила мне, что мой план, видимо, сработал, так как она видела, что машина соседей не только очень сильно дымила, но еще плевалась и стреляла. Последний раз они уехали куда-то, но не приехали обратно. Я успел отдохнуть час, когда они пришли ко мне вдвоем и спросили, могу ли я взглянуть на их машину и выяснить, что с ней не так. Если я не смогу разобраться на месте, то может я смогу взять ее на прицеп и доставить до дома. Что я ответил? У меня был сложный день и очень болит голова. Я видел, как эти воришки явно запаниковали, когда я сказал это. После чего они сообщили мне, что у них нет страховки, а их машина сломалась на главной дороге. Вот же не повезло! В итоге патрульный полицейский увез их машину на штрафстоянку. Чтобы забрать машину оттуда, им пришлось бы заплатить $500, а еще застраховать ее. Эта машина не стоила таких расходов. Но это такой тип людей, что удача просто падает на них. И пастор местной церкви дал им свой старый Таурус. Еще несколько канистр с испорченным бензином, и двигатель заглох примерно через месяц. Эти тупицы купили красный Ford F-150, но и у него тоже начались проблемы. Он очень сильно дымил. Они отвезли его к механику, который в конце концов нашел проблему. Он починил их машину примерно за $1500, а у меня больше никогда не пропадал бензин. Жадный работодатель хотел обмануть моего друга, но в итоге заплатил ему вдвое больше. Моя первая работа после колледжа была на местной телестанции. Владелец ее был и до сих пор остается одним из худших людей, которых я когда-либо встречал. У этого мужика есть деньги, но он постоянно жульничал и лгал, чтобы избежать тех или иных платежей. Когда я работал там, владелец только что подписал договор с DirecTV, чтобы стать частью их вещательного пакета. Так как на тот момент они были реально обычной местечковой телестанцией, это означало, что у компании есть всего 2 месяца, чтобы обновить свою систему, которая должна была стать достаточно мощной, чтобы вещать для всех зрителей DirecTV в области залива Сан-Франциско. Согласно контракту, если бы мы не успели сделать это к установленному сроку, то за каждый просроченный день владелец должен был платить огромный штраф. Владелец компании не знал, как все это работает, поэтому нанял моего друга в качестве подрядчика. Мой друг сказал ему, что примерно за $15 000 он может установить систему,
систему, которая автоматизирует весь процесс, но, конечно же, владелец не хотел платить такие деньги. Он поручил моему другу найти более дешевую, примерно вдвое систему, купив ее за свои деньги, пообещав позже компенсировать эти затраты. Зная, какой наш босс кусок дерьма, я предупредил друга, чтобы он ни в коем случае не тратил свои деньги, так как он не получит компенсацию своих затрат. Друг лишь улыбнулся и сказал: «О, видишь, что будет». Он сделал всю работу, мы вышли в эфир вовремя, босс был счастлив. Друг подошел к нему и выставил стандартный счет. Сразу же начались обычные отмазки. «Блин, в этом месяце у меня не хватает денег, я заплачу тебе позже». И так далее. Затем мой друг достал свой главный козырь. Чувак не только пригрозил жадному боссу, что заберет все оборудование и станция не будет выходить в эфир. Также он рассказал, что кто-то из сотрудников перед выходом в эфир должен каждый день вручную вводить код трансляции. Это не настолько сложная процедура, занимает менее 5 минут. Но, конечно же, это не умел делать никто на станции, кроме моего друга. Получается, босс должен заплатить ему не только то, что задолжал, но сверх того $2000 за консультационные услуги. Иначе станция отключится от эфира, и босс начнет платить штраф в пользу DirecTV. Мудаку пришлось срочно все заплатить. В итоге, вместо $15000 он заплатил более чем в 2 раза больше, так как мой друг брал свои $2000 почти целый год, пока ему не стало жалко босса, и он в конце концов не научил одного из сотрудников этой процедуре. Мораль этой истории: если вы будете думать только о краткосрочной выгоде, это обойдется вам дороже в долгосрочной перспективе. Обманываешь и используешь моего лучшего друга? Я это так не оставлю. Начну с предыстории, чтобы вы поняли, почему я приложил все усилия, чтобы осуществить эту месть. Мой лучший друг был женат 10 лет. В целом, он был с этой девушкой около 30 лет. Он был влюблен в нее по уши. Я никогда не понимал этого, потому что его жена злоупотребляла алкоголем и всегда вымещала на нем свою злость. Когда друг рассказывал об этом, он всегда говорил: «Это не она, это все алкоголь». Очень благородная и замечательная позиция по такому вопросу. В прошлом году его жена попросила развод, потому что после многих лет у друга просто кончилось терпение. Как она объяснила свое желание развестись? Когда ее уволили из-за того, что она провалила анализ на вещества, он не проявил достаточного сочувствия. Другу потребовалась целая вечность, чтобы оправиться от этого удара. Развод был оформлен очень скоро. А в начале этого года, когда я думал, что он уже в порядке, он позвонил мне и попросил приехать к нему. Сказал, что ему плохо. Я приехал и увидел, что он так пьян, что уже не может стоять на ногах. Рассказал, что бывшая соврала ему о причине развода. Что на самом деле она изменила ему с несколькими парнями. Следующим утром, когда он мог говорить связно, я спросил, что ему известно. Он убирался в доме, чтобы продать ненужные вещи или отдать нуждающимся, и наткнулся на старый планшет бывшей жены. Там все еще были залогинены ее аккаунты, и он увидел все доказательства измен. Он сказал, что вернется в постель, попросив меня запереть дверь, когда я буду уходить. Прежде чем уйти, я взглянул на планшет. Я решил найти способ расквитаться с этой ужасной и коварной женщиной, поэтому я все сфотографировал, после чего ушел. Вернувшись домой, я решил поискать информацию об этих мужчинах. Двое из них казались вполне нормальными парнями, хотя я не знаю, было ли им известно о том, что она замужем, но третий... Оказалось, что этот чел состоит в реестре людей, совершивших преступления сексуального характера. Он все еще был на испытательном сроке за очень грязные дела. В реестре его адрес был указан как штат, город, улица, дом 123. Я сразу же понял, что буду делать. Любитель несовершеннолетних не живет в доме 123. Он живет с коварной бывшей друга. Она регулярно выкладывала в соцсетях посты о том, как они проводили время вместе. Короче, я зашел на сайт реестра лиц, совершивших преступления сексуального характера, и написал жалобу на любителя несовершеннолетних о том, что он живет не по месту регистрации, и что он живет в одном доме с женщиной, с которой не имеет права жить, так как он осужденный преступник на испытательном сроке. Я приложил скриншоты ее постов в соцсетях, чтобы подкрепить свои обвинения. Я думал, что это максимум причинит им небольшое неудобство. Но я сильно ошибался. Вчера она изменила свои привычки выкладывать в соцсети типичные бессодержательные посты и опубликовала это. «Этот год становится все хуже и хуже. Любитель несовершеннолетних потерял работу, и сейчас мне грозит выселение, потому что у меня не хватает денег на аренду». Увидев это, я зашел на сайт судебной системы штата, чтобы посмотреть, связано ли это
это с тем, что я сделал. Да, это было вполне связано. Любителей несовершеннолетних снова арестовали. Естественно, у нее не было денег на залог, иначе его бы выпустили. Работа, которую она нашла после предыдущего увольнения, не могла поддерживать ее образ жизни. Так что, вероятно, ему предстояло вернуться в тюрьму или хотя бы в изолятор, а она была в шаге от того, чтобы стать бездомной. Не знаю, расскажу ли я когда-нибудь моему лучшему другу о том, что я стою за этим. Но он определенно очень обрадовался, когда увидел, что эта ужасная женщина и ее хахаль получили то, что заслуживали. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Предлагаю также посмотреть наше похожее видео, которое вы видите на экране. До встречи!